Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби-кетчер, охотники на зомби, собственной персоной. Так, давай посмотрим, сколько мы с тобой накопили денег. Да иди ты отсюда. 197? Всего-то лишь? Так, лови больших зомби. Вот это улов, поймай много больших зомби. Ну, я попробую, конечно, но это не точно. Друзья, короче, с деньгами у нас... проблема, если можно так назвать. Я, наверное, ребята, сейчас быстренько позаказываю, пока мы там с тобой будем зомбиков этих ловить. Сюда, наверное, воткнем. Так, посмотрим. Желтопузых можно воткнуть, друзья мои. Вот этих воткнем. Шляпников тоже пускай, ребята. Так, у нас очень много арбузных. Вот сюда мы их всандалим. Ну, этих у нас хватает. Давай сюда одного воткнем. Ну и вот здесь, наверное. Пока пускай делаются, друзья мои. А мы с вами отправляемся на охоту. Это у нас пляж. И пора, ребята. Пора нам, наверное, половить чуть-чуть. Я ненавижу, когда вот так вот происходит, ребят. Есть! Контактишь. Арбузник. Добегался. Так, вот здесь немножко, ребят, конечно. Арбузник, да? Окей. И последний. Вот кто у нас вот тут может быть? Блин, ну это западло, ребят. Это уже называется западло, потому что она упала, блин. Стерва, когда надо, блин, прыгает. Когда не надо, блин, падает. Идиотина, короче, одним словом. Ну, этого мы поймаем. По-моему, все, ребят. Больше, к сожалению, нету. И больших зомби нам тоже, к сожалению, не попалось. Так, ну что, друзья мои, 300, ну, вот будет у нас вот столько. То есть все равно еще пока маловато. Я пошел дальше ловить зомбарей. Я не знаю, получится ли нам сегодня получить левел-ап. Не, левелап мы получим, но мне хотелось бы левелап еще один получить, для того, чтобы мы с тобой могли нормально, так сказать. Ать! Щеглазадый. Получил свое? Будешь знать, Петруча. Вот это вот бесява, ребят. Бесявая. Ну, мы ее раскололи. Так, подожди, тут краб у нас еще ползает. Хлопнули крабика. Ну давай так посмотрим. Да чтоб тебя. Ну слушай, быстренько я ее хрупнул. И здесь тоже отлично. Ать. Ой. Подожди. Парень, не вздумай. Я же думал, блин, ну. А, все. Мало их что-то здесь было. Ну, зато мы с тобой получили жетон. Блин, мало было, ребят, нам нужны большие зомби. Нам нужны огромные толпы жирных зомбарей, ты понимаешь? Вот в чем проблема. Так, все равно маловато, блин. И все равно, говорит, чего? Не надо мне никакой охоты на босса. Так, арбузники. Арбузники и вот этих вот тоже. Блин, все равно чуть-чуть не хватает. Этих я не хочу тратить сюда, но я думаю, что он того не стоит. Зомби найдены, пошли. Пошли быстрее. Где они там у нас найдены, зомби? Ну, на это не пляж, это болото. Друзья мои, это болото. Ну, на болоте сам понимаешь, да? Слушай, оружие надо поменять. Так, синий кочмо был. А второй... обычный синий чмо. Не усиленный, так скажем. Так, летучка, иди отсюда. Так, подожди, давай так сделаем. Типа спрячемся. О, мелкий гоблин. Так, две змеи. Я их сейчас... вот так вот. Одним, так сказать, выстрелом. Синий чмо. И второй... желтый холерик вылез.
Желтый, ребята, холерик был. Еще один желтопуз. О, вот ты-то мне и нужен, карапуз. Так, ну это только один, ребята, из трех. Зато у нас уже 10 жетонов. Еще 40, ребята, и мы будем в куражах. Мы получим с тобой новый титул. Так, слушай, мы, по-моему, с тобой все попытки. Че, 5 минут 12? Да ну нафиг. 5 минут 12 секунд там было. Ну, уже 6 секунд. Короче, 5 минут нам в ожидании. А сколько стоит у нас следующее, ты не помнишь? Подожди. А что я смотрю? Мне нужно что? Короче, пойдем, знаешь, куда сейчас с тобой? На болото, но будем ловить. Где у нас там? Подожди. Вот. Мы с тобой пойдем пока за обычным зомби. Ну, будем копить с тобой тот самый плутоний. Что, это под водой, что ли, у нас? Так, поубиваем здесь акул всяких, чтобы они нам не мешались. Медузы там. Вообще надо действительно так делать изначально. Потому что когда мы с тобой бегаем за этими зомбарями, они, как всегда, мешаются нам. И мы знаем, что здесь зомби какие, ребят. Да-да, ты правильно. Слушай, а вот это что такое? Вот опять же бомбочка. Ну давай выставим, например, одну бомбочку здесь. Просто посмотрим, кто тут. Блин. Ну ладно. Ха-ха-ха, медузку захотел мне бросить. Олух ты еще, не дорос за этого. Медузку он в меня собрался бросить. Не, возможно, у него бы и получилось бы все, но... Ау! Я поймать-то поймал, а вот как тебе там быть? Есть! Не зря мы с собой гарпунчик все-таки, ребят, подкачали. Не зря. Блин. И еще проблема, что у этих ребят они... Ой! Блин, я его не поймаю, ребят. Ауч! Че и врезался, блин? Есть. Блин, ну, сам понимаешь, да? Погоди-ка, ну мы же одного... А, вот, все, 6 из 7. Подожди, нет, это еще где-то один должен быть. Ага, вот. Вот тут еще один, ребят. Ого. Ого. Креветочник, нифига себе, ребята, какой был креветочник в броне, блин. Еще это мне сматывается, а? Посмотри на него. Сосудище. 224 плутония, ребята, мы с вами насобирали. И до сих пор, блин, мы с тобой. Ну что, придется опять синих сюда вываливать, здесь желтых. Здесь шляпников. Все, этого достаточно, ребята. Этого достаточно будет, чтобы нам получить 29 уровень. А, тут, наверное, из учета еще вот этих охламонов, скорее всего, да? Это долго придется ждать. Ну, сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, да, из учета еще этих охламонов. Скорее всего. Ну, мы можем сделать вот так, например, с собой сюда воткнуть. Тут двое, тут двое. Это... 1200. А сколько минут не показывается, ребят? Сколько минут будет это все делаться? Ну, жирного можно будет еще одного, наверное, засандалить. Так, сейчас через 54 секунды, ребята, у нас будет с вами новый улов зомби. Нет, можно, конечно, прокачать. Общая прибыль, да, будет увеличена.
Как бы в этом есть смысл, в принципе, ребят. Но я не знаю, что там потом будет. То есть 480 монет. Но здесь, видишь, тут не в деньгах дело. Тут дело в продажах, ребята. Нам нужно продать именно, а не заработать денежку. Так что 600 напитков. То есть остается еще, ребята, 2 напитка, а у нас через 10 секунд новые зомби появятся. Так что готовимся. Готовимся охотничать на зомби. Погнали. Так, это у нас... Это у нас на пляже. На пляжу я лежу. Зомбарятинку жую. Такс. Попробуем, ребят. Арбузика я так поймаю. Это не проблема. Угу. Корявый. Ой. Ну, здесь изи было. Изи-пизи. Давай-ка дальше. Готов. И еще один. Как я вас ненавижу. О! Стрела попала сюда, потом вот так вот отскочила. И ей прям в глазельник, ребят. Неожиданно, конечно, для меня самого. Но получилось прикольно. Смотри, там, ребят, на плотике какой-то чудик стоит, бедолашка. А если я вот так вот сделаю? Нет, ну этого я так поймаю. Блин, оглушил. Дай-ка... Ой, не то сделал. Вот так вот попробуем. Да куда ты? Есть. Эффективно. Эффективно ловим, ребят. Но нам... Надо бы, конечно, поймать бы трех жирных зомби, но видишь... Здесь, к сожалению, жирных зомби. О, вот это надо, ребята, глянуть, по идее. Ну и прекрасно. Мы увеличили количество пойманных зомби, друзья мои. Есть! Ну что ж, друзья мои, 29 уровень, 2 плутония, улучшение идет. Улучши зомбовыжималку, чтобы получить больше монет. Понятно. Итак, нам нужно улучшить зомбовыжималку. Нам нужно продать 120 товаров и еще 80 товаров. Улучшить зомбовыжималку, я надеюсь, она недорого стоит. Вот эту, да, надо? Да, именно... Ой! Не то сделал, блин. Так, зеленые, зеленые и вот эти, да? Вот эти коктейли нам нужны. И зеленые коктейли. Это какие? Вот эти вот? Но... Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да... Слушай, я могу? Я вот так вот, ребята, улучшу. А здесь вообще 24 стоит. То есть мне надо ловить именно пляжных зомбарей, получается, да? Именно пляжных. Вот кто здесь может быть, а? Давай посмотрим. Захотел. Чего? Даже, ребята, динамит не бросил свой, прикинь. С динамитом так и побежал. Слушай, а мы с тобой... А, видимо, тот зомби, который был, ребята, под водой. В скафандре. Это и был... Да что ты, блин, ну Рэй. Это был здоровый зомби, потому что нам один всего лишь, ребята. Один зомбик. Осталось одного зомбика поймать, большого, и все. Эй! Допрыгался? Кузнечик. Сайгак тоже мне нашелся. Я уже понял. Они когда влазят, начинают сразу с прыжка, ребят. Ага, допрыгался. Ну и последний. Ананас. Даже ребят, не взрычал свой универсайт. Просто чешет на пролом. Ну, мне так даже лучше. Он бежит, а я его сзади. Пей его с гарпуна.
ловлю. Так, мне бы... Сколько все-таки нужно, ребята, для... Подожди. А, у нас опять зомби найдены. Но это уже на болоте, да? Ладно, я выхожу. Я выхожу на охоту, ребятушки. Дашка, что ты делаешь? Поменяй ты оружие. Давай смотреть. Синька Чмоблис. Он в деревяшке, поэтому... Изи-пизи. Опа, а вот и жирненький был. А вот, ребятушки, мы третьего жирного поймали. Значит, мы с тобой задание выполнили. Хе-хе. Шикарно. Так. А ну давай, наяривай. Молоточник. Так, там... Ага, желтая тифоза. Все, ребят, желтую тифозу поймали. Даже не стал прыгать. Молодец, красавчик. Уважуха. Тифозника тоже, ребят, поймали. Все. 7 из 7, то есть мы получаем с тобой еще и жетон. 13 это уже у нас по счету. Да, еще жетонов дофига надо, друзья. Но зато выполнили задание. Сейчас будем с тобой... Я соглашаюсь. Ну и отлично. Приумножили, это очень даже хорошо. Ну что ж, я забираю, друзья мои. Получить награду. Ну, давай. Два плутония. 4 арбузных зомби и... Одна гайка. Испытание пройдено. Так, испытание пройдено, это хорошо. Ой, а, ну все правильно. Я думал, что я попутал. Нет, все отлично, ребята. Блин, это поскольку у нас идет по 40. По 40. А здесь 18. Ну, 20 идет, грубо говоря, да? А при улучшении будет давать 40. Получается, да? Ну что, друзья мои, 2 минутки, и мы отправляемся на последнюю, наверное, на сегодня охоту. Дай-ка, наверное, жаробаса в переработку пущу тоже. Это только ради денег, ребят, идет. Кстати, а жаробаса можно? Нет. Пока его прокачивать нельзя. Потому что денег не хватает. Вот это вот можно. Поп-сайкл. Лимон плюс лайм. Ну, это лимонад какой-то. Среднестатистический лимонад, друзья мои. А вот этих сколько тут идет общая прибыль? На 12 тысяч. А, тут время производства всей партии просто улучшится. То есть 720 плюс 208. Ну, около тысячонки, ребята, тут будет выходить денег. Около тысячонки за полную партию. 12 тысяч. Ну, давай, давай сделаем. И последнее тут улучшение будет 25 тысяч стоить. Ну, количество порций увеличивает, ну и время производства партии. 53 секунды, друзья, мы ждем. И выходим. Ну, деньги нормально идет, ребят. Не супер-пупер, но идет более-менее. Есть напиточки, которые стоят так. Хорошо, а что это тут такое у нас? Так вот за плутоний, по-моему, да? Ну да. Да, хотелось бы, конечно, сегодня получить какой там, 30 уровень, да? Да, 30 уровень, но... Это вот это уже зомбов... Тут, ребят, еще этих зомбовыжималок будет. Мама, не горюй. Смотри. Ой, 95 уровень. Хо-хо. 95 уровень. Последняя зомбовыжималка. Ну что, мы нашли с тобой зомби. Пошли за ними охотиться. Это опять же пляжные зомби. Опять же, друзья мои, пляжные зомби. Фиг тебе.
Поймал его. Поймал я эту простофиль, друзья. Кто-то у нас. Ага, арбузный. Я тебя уже раскусил. Ты можешь даже... Даже можешь не дурковать. Я этот тоже захотел. С динамитом он побежал. Молодец. Побежала на... Ну, нацепись. Прицепилась своей клешней ко мне. Так, а я не буду рисковать. Я, знаешь, как сделаю? Вот так вот и вот так. Посмотрим, кто тут. Дочавкалась. Вот так вот. Зато все четко, ребят. А так она могла, я бы мог за ней побежать, она тем более в броне железной. Как всегда, упала бы. Как всегда, мы с тобой бы ничего не получили. А так все у нас четко, ребята. Все вышло прям very good. Так, что тут у нас дальше? Не хватает нам, друзья мои, к сожалению, не хватает. Вот это облом, вот это подстава. А у нас и этих-то не хватает. Черт подери, черт побери. Что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. В следующей серии мы, я думаю, поймаем и тех, и этих. Вот, и... И получим уже 30 уровень. Ну, там, наверное, скорее всего, нам придется уже покупать зомбовыжималку. Она стоит денег, ребят. Так что с деньгами тоже надо быть как-то поаккуратнее. Ну что же, друзья мои, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.